уверена, что однажды о Юлечке узнает весь мир. Вау! Зовсім не треба зараз хвилюватися учаснику, якого звуть. Ждеш вердикта. Чуть ли не смотришь на губы ведущего, чтобы прочитать хоть что-то. Юлія Блаксіна! Юля, вітаю тебе! Детство в Мукачево прожила вот с бабулей и с дядей. Мама после школы уехала в Москву учиться, познакомилась там с моим папой. Потом родители развелись. Мы остались без определенного места жительства с мамой. Меня мама оставляла дома, я мелкая, 5 лет. Еле до плиты доставала, а варила себе. Все включала сама, все. Там воду солила, кидала туда пельмени, варила 7 штучек себе. Мама приходила, допивала воду от пельменей, потому что, ну, вообще, это было очень тяжело. Вот моя бабуля. Юльку, ну, я воспитывала как своего ребенка. Она как бы очень по-взрослому воспринимала все. Бабуля у меня критик, конечно, еще тот. Она критик. Если бы не было таланта, если бы я не чувствовала, никто бы тебя не заставлял. Но есть, значит, надо развивать. Здрасте. Здравствуй, здравствуй. Нам важно, чтобы она каждый раз была разной. Песня очень красивая, очень музыкальная, очень мелодичная. Песня состояния, состояние души. Треба Юлі не заколисати. У нас всі пісні. Їй потрібно дати время цю пісню почувствувати, понаблюдати, як вона готовить своє музикальне блюдо. В ній є дуже серйозна глибина така, яка болить. І от цю біль хочеться розказати, передати. І щоб її викинути з своєї душі навсегда і йти далі. Юлія Блаксіна. Peace. Okay, I'm
Юлия Плаксина на сцене шоу «X-Factor». Юля, дивовижне відчуття не полишало мене від першої хвилини. Я не знаю грузинську мову, чесно, не знаю жодного слова. Але коли ти співала, здавалося, ніби я розуміла кожне почуття, кожне слово. Дивовижно, на це здатна тільки сила справжніх почуттів. Іро, сподіваюся, ти теж зрозуміла, про що йшлося. Я дуже люблю цю пісню, і в ній є якась невероятна магія в цій пісні. Вона... И это даже не потому, что эта песня связана у меня с моими личными, очень большими переживаниями, эмоциями. И невероятная магия была в Юлином исполнении. Юль, правда. И вот эта магия самой песни и магия Юли, они, когда соединились, получился какой-то космос. И я всегда говорила, близкие люди, кто меня очень хорошо знает, не дадут мне солгать. Я говорила, что я ни за что, никогда, ни за какие деньги не полетела бы в космос. Вот в этот космос я бы с огромным удовольствием полетела. Юль, спасибо, браво. Дякую. Игорю, тебя зачепило? Что ты делаешь? Ты сделала из Дубцовой Плаксину. Насправді, ты мне така подобаешься больше. Така ніжна, лірична, м'яка. Прекрасна пісня з репертуару Ніно Катаманця, хто не знає. Це було просто шедеврально. Серйозно. Дякую. Серега? Ну, судя по аплодисментам в залі і овациям, які тебе устроїла публіка, ми... С вами, Оксана, единственная, кто не знает здесь грузинский язык. И мне стало на миг как-то даже стыдно и захотелось выучить грузинский язык. Юля, ты знаешь, я же буду говорить, как я чувствую. И зритель это поймет. Я, наверное, один из первых приду на твой сольный концерт. И поэтому я скажу тебе сейчас то, что я скажу. Может быть, потому что я не понимаю грузинский язык. Может быть, потому что я небольшой поклонник этой песни. Кстати, о чем она? Ну, неважно. Все песни о любви. Я не в восторге от этого выступления, но в восторге от номера. Ты знаешь, я поймался на мысли, что вот это тот случай, когда мне на тебя интереснее смотреть, чем слушать. А я всегда жду тебя послушать. Тебе идет быть лирической, да? Тебе идет быть вот, вот такой вот романтичной, и то неожиданно нежной, то потом взрывной и страстной, но будь собой, Плакса, вернись. Дякую. Сергею, чекаем на ваши комментарии. Я не понял комментарии Сереги абсолютно. Он на грузинском. Хочу обратить внимание слушателей и зрителей на то, что Юлия Плаксина исполнила композицию из репертуара Нино Катамадзе. Она звучит в фильме «Инди». Юлия единственная участница всех трех сезонов «X-Factor», которая исполнила песню на грузинском языке. И один из немногих участников всех трех сезонов «X-Factor», кто может позволить себе меняться от эфира к эфиру. Она может быть и лиричной, и балладной, и драматической, и даже, наверное, думаю, трагикомической, хотя мы такой образ еще не брали. А может быть, даже и комической, Юля. Мы все перепробуем с тобой. Мы будем экспериментировать во всех жанрах и стилях. И мы докажем, что мы умеем быть разными, что ты умеешь быть разной и каждый раз органичной, обаятельной и восхитительной. Мне нечего больше добавить к этому выступлению. Я могу только крикнуть себе «Браво! Брависсимо!» Дякую!